уходим! Вас понял, конец связи. Слушайте, зона эвакуации под обстрелом. Нам нужно выиграть для них немного Принято. Времени. Внимание всем! Площадка под сильным обстрелом. Пройди и уничтожить источники угрозы. Они видят нас! Снайперы, РПГ, шквальный автоматный огонь на всех этажах! На 12 к западу! Невозможно, 2-1 главный. Все борты заняты на эвакуации по берегам Потамака. Следуйте на запад к указанному зданию и окажите поддержку. Отбой! Ложи! Его убирают из зоны обстрела! Нам нужно выявить время для эвакуации! Оверлорд, на связи 2-1 главный. Он прикрывает запад. Поддержки никакой. Машины с первой группы пронеслись мимо нас. Прием! Понял. Группа 1 уже выехала на легкой БМ для подавления. Отбой. Хантер 2-1. Это Оверлорд. Котики занимают позицию в северо-западной части указанного здания. Объединитесь с ними на верхнем этаже и ликвидируйте источники угрозы. Отбой. Низкая интенсивность огня. Наши уже прибывают сюда. Первый группы подавила их. Будьте готовы выдвигаться по моему сигналу. Нил, контакт с тебя на 11. Рамирес! Держись подальше от линии огня боевых машин! Секторе 1 альфа подавлен. 2-1 принято. Оверлорд, на связи Хантер 2-1 главный. Поднимаемся на второй этаж. Скажите ПМ первой группы, чтобы не открывали огонь. Понял, 2-1. Доброй охоты. Вижу противника на. Неприятель подавлен в секторе 2 эхо. Понял, 2-1. Черт подери. Да это же Капитолий. Это Дельта 4-1, умерял Линкольна! Выпад обстрелом, просим поддержки с воздуха! Прикрыть артиллерию, сделайте что-нибудь! Полная стрела! Хантер 2-1,
Противник в юго-западной части, на пятом этаже. Обстреливает точку эвакуации. Отбой. Принято, оверлорд. Мы немедленно отправляемся на пятый этаж. Отбой. Группа стрелков ликвидирована в секторе 4, Чарли. Вас понял, 2-1. Осторожно. Позиции у монумента Вашингтона под обстрелом. У нас осталось 80% боевых единиц. Допрашиваем немедленный снайперский огонь по неприятелю к западу от монумента Вашингтона. Прием.
Отлично! А теперь живо на крышу! Быстро! Вас могут окружить! Точно направляются на крышу! Живо! Живо! Атлас 2-6 сбит. Всем эвакуационным бригадам работать по протоколу 3. Только срочная хирургия! Oh, shit.